Еще раз. Заново. 3, 2, 1. Поехали. Я поздравляю вас всех с наступающими новогодними праздниками. Желаю вам здоровья, любви, успехов. Вообще всего, что вы когда-либо себе хотели пожелать. Честно, я свое маленькое, малюсенькое комьюнити очень сильно ценю. И мне на самом деле вот вообще не впадло вот вам раздать такие маленькие ништяки. По 3000 рублей это, конечно, ну, это кажется много. Но для вас вот реально, там, ну, мне не жалко было сейчас. Не жалко было это сделать. Поэтому, друзья, купите себе то, что вы хотите. Наслаждайтесь жизнью. Не грустите, все будет хорошо, независимо от того, что происходит в принципе в мире. А сегодня мы с вами открываем праздничные мешочки, которые благополучно я закрыл. Но закрыл я не все мешочки, я закрыл все, за исключением одного долбанного мешочка. Как вы думаете, какого? Экстра закрыты все. А вот не экстра, так мне синец не дался на бинке. Хотя 3 дня я где-то, да? 3 дня сидел на синце. Это вообще полное очко, на самом деле, ребят. Поэтому давайте сегодня мы откроем, получается, 13 мешков вместо 14 запланированных. 14 запланированных. Короче, вы поняли, вместо 14. Давайте посмотрим. Итак, распаковка, нах. Распаковка. Мешок с подарками. Погнали. Первый мешок. Я не буду сейчас их чередовать. Какие из них премиальные, не премиальные. Мы будем просто все подряд открывать. Распаковка. Итак. Купон рыбы мечты. Мне кажется, прекрасный подарок. В прошлом году был такой же. Отлично. Второй. Вау. Флюорокарбоновая леска, длина 110, диаметр 0,42, полная хуйня. Так, смотрим дальше. Что это, Мах? Мах 1,30 на 6 метров. Видимо, прекрасный подарок, мне кажется. Мах? Прикиньте, да, леска, Мах. Вообще пиздец. И отлично, кубанские вина, Кубань Ice Wine. Не знаю, что даже говорить об этом. Отличное вино, мне кажется. Так, смотрим следующий. Мах, который падает всем. Да, это топ. Банка кофе. Fisher Choice кофе. Красивая оранжевая банка. Закрытая, кстати, никто не лазил в ней. Мешок с подарками. Аренда лодки на один день, друзья. Вы представляете? Аренда лодки на один, мать его, день. Это просто от души, друзья, от души. Всем разработчикам этой игры от души просто братский респект. Абонементный билет на один день. Господи, как я ждал на Новый год именно этого подарка. Кто-то знал об этом? Что я ждал именно этого подарка на Новый год? Я думаю, вряд ли кто-то ждал. Но это стоит того. Давайте так. 10 дней дрочбы рыболовной. Да, ну, мне кажется, в принципе, как это сказать, цель оправдывает средства, да? Сколько ты потратил времени, такой тебе и подарок. Погнали. Так, следующий мешочек. О, господи, мечтал всегда, мечтал. А как этот Дед Мороз угадал, что я хотел именно этот светящийся поплавок на 4 грамма? С огрузкой 0,95. Господи, это мечта моя была.
Пацаны, вы кого-то подгадали, что ли? Подговорили, что мне попадется именно такой поплавок? Ну, скажите честно, пожалуйста. Только все честно скажите, что... Что вы просто написали на русскую рыбалку 4 категорию админ, чтобы мне прислали такой восхитительный поплавок. Блин, такой прикольный, смотрите, какой красивый. Там какое-то золотое говно какое-то. Блин, так здорово. Мне никогда не дарили таких подарков. Смотрим дальше. Бочка ставленного меда. Ну, суть по тому, что у меня бочка меда, значит, у меня катушки нихуя не будет, пацаны. Ну, то есть... Я, конечно, губы раскатал, что у меня, возможно, будет какой-то там сюрприз, но нет. Мед таежный, ставленный, выдержан в дубовых бочках. Прекрасно, мне кажется. Здорово, Мих, здоровый. Здорово, Аким. Я разрабов подкупил, да, Салкуш, здорово. Охуенно. 50 порций меда, пацаны, это... Это просто прекрасно. Мне уже нравится эта ярмарка новогодняя, и просто обожаю. Ну, давайте так, я ждал просто светящийся поплавок. Мне очень хотелось получить поплавочек, поэтому я его получил. Итак, о господи, варяг. Смородиновый кёш. Новогодний. Вот это да. Вот это да. А что это такое вообще? Это пиво или что это? Это за говно? Почему не написано, что это? Это просто смородиновый кёш. Что значит, что такое смородиновый кёш? Это, блядь, хуйня какая-то. Ну ладно. Осталось 4 мешка. Мы, по ходу дела, премиальные с вами все уже просрали. Судя по всему. Короче, не будет у нас катушки, у нас будет просто полное говно. О, господи. Упаковка напитка ангара. Или ангара. Тонизирующая, кстати. Неплохая штука. Тонизирующий газированный напиток. Видимо, безалкогольный, судя по всему. И написано, что это оригинальный рецепт. То есть это, ну, не своровано. Это оригинальный рецепт, пацаны. Так, смотрим дальше. Мешок с подарками. Хо-хо-хо-хо. Ради этого. Именно ради этого я 10 дней дрочил в это говно. Обожаю. А что-то медаль какая-то. Ну вроде светится, да? Ну такая говяная немножко. Премиум 3 дня. Нет. Так, сейчас давайте чат почитаем. Кёш с горячей написки держит высок сверху. Короче, что такое эта шляпа, пацан? Так, еще один мешочек. О, господи, а почему столько пива мне сегодня выпадает? Мне кажется, это... Мне кажется, это намек какой-то. Мне кажется, надо пивка выпить. Упаковка пива Wooden Lager. Ну, в прошлый раз хотя бы жетон на чучело выпадал. Подожди, у меня тоже выпал жетон на чучело. Смотрите, не нормальные подарки. Пиваса выпало. Все, последний мешок. Давайте так, тот мешок, который я не заработал из бесплатного сегмента, он, в принципе, он не нужен. Ну, то есть, как бы суть по тому, что сейчас происходит, он не нужен. То есть, там либо говно, либо говно. То есть, либо маленькая говнишка, либо чуть побольше. Итак, распаковка. Carbon U.E.A.S.E.T. Ебать. Мне кажется, жизнь меня именно к этому готовила, чтобы получить упаковку из 3, сука, лесок. Господи. Господи, я еще не издал свой ролик, который говорит о том, что разработчики такие молодцы, они придумали квесты. А после того, что я сегодня увидел, мне кажется, разработчики просто долбоебы. Почему они не могли сделать для всех разное, с разным шансом выпадения? Почему только катушки они придумали? Почему только катушки, блядь, имеют шанс выпадения в разных мешках? Ну почему они не могли хотя бы вот это говно все сделать немножко по-разному? Почему? Почему?